Юни, короче, я взял 5 изумрудов. Я надеюсь купить как можно больше хлеба у этих жителей. Поэтому побежали в эту деревню страну. А я думала, мы бежим за штанами. За штанами? Так нет, это ты там собиралась с фиксплеем что-то за штанами сбегать. Ну, это совсем другая история. А, кстати, ты в этой деревне лутала кузницу? Нет, нет, первый раз сюда. Значит, нужно нам сейчас это сделать. Тогда я этим займусь. И так, что у нас в этой кузнице? Продаю динамиты, динамиты. Что? Покупайте самые различные виды, самые интересные. О, привет! Райм! Нет, я не Райм, я торговец Райм. Торговец Райм! Снимаю шляпу. Райм, подожди, а что ты вообще делаешь в этой кузнице? Разве тут пару дней назад не было просто обычная кузница, в которой валялись всякие шмотки, которые мы забыли подобрать? Да, Градус, так и было, но знаешь, сейчас времена тяжелые, кризис, и я решил стать торговцем. И, в принципе, если вы хотите купить у меня какой-нибудь динамитик, тогда я с удовольствием вам его продам. У меня даже есть такие, которые очень смешные, могут уничтожить полпланеты. А зачем ты такие вообще создал? Ну, это случайно получилось. Ну, и за них можно получить много-много денег. Ты хочешь кому-то продать динамит, который взорвется? Ну, ты, конечно, недальновидный. Он же и тебя убьет. Давай купим, давай купим, давай купим. Райм, как вообще работает этот TNT? И что ты посоветуешь нам как новичкам? У меня есть 5 изумрудов, 4 хлеба и 9 жареной свинины. Я бы хотел сегодня повзрывать. Градус, мне это ничего не нужно, кроме хлеба. Дай хлеба, 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 дай хлебушек, хлебушек, хлебушек. Хлебушек, хлебушек, спасибо. Так, для каждого динамита нужен отдельный уровень. И чтобы этот уровень получить, соответственно, вам нужно выполнять мои задания. А также убивать мобов, чтобы получать опыт. А сложные задания? Нет, всего лишь убить 14 драконов. Ты чё, охренел? Как? Так, уходим, уходим. А покупатели мои, не уходите. Я пошутил. Кроме вас у меня больше никого нет. Все эти жители, они тупые. Тогда мы можем, то есть, начать с самого простого задания, да? Раз только мы у тебя. Да. Ну, во-первых, хочу вам сказать то, что это очень опасно. И с каждым уровнем я буду вам давать все более смертоносные TNT. И, так сказать, чтобы вы немножечко поучились, могу бесплатно за счет заведения еще немного хлеба, да, и, короче, я тебе это отдам. Дам парочку изумрудов, на которые ты купишь ужигделей. Юни, тебе не кажется, или это всего лишь саженцы? Да, и правда, на хлеб. О, спасибо, вот так-то лучше. Смотри, держите пока что самый безобидный TNT. Вам нужно будет получить первый уровень, поэтому пока что идите тестировать. О! Давай, погнали! Юни, у меня есть огниво. Откуда у тебя огниво? Мы же не успели ничего добыть. Что? Неважно. Еще не смейте взрывать вблизи деревни, ну а точнее около моей замечательной кузницы. То все остальное можно взорвать? Да, что хотите, мне плевать. Супер, мне нравится. Тогда у Райма не будет вообще покупателей. Он как называет жителей тупыми, но они хотя бы ему компанию составляют в этой одинокой деревне. Значит, есть 3 ТНТ. Смотри, я его ставлю, ты поджигаешь. 3! Так, что? Овечка. Ой, овечка, походу, ей конец. О! Забавно! Слушай! Бесконечный источник дерева. Так, подожди, это только, ну, как бы учебная тревога, или как правильно сказать, первый уровень так новичка. В теории мы можем это здесь применять в шахте, когда дерево заканчивается, вот такой TNT ставишь, бабах, и дерево выросло. Так, подожди, Юни, нам нужно получить первый уровень. Погнали, да, сейчас да, убьем держи меч, парочку держи меч. Овечек. Давай, 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 давай. Давай, давай. Ты можешь еще их поджигать. И будет жареное мясо еще. Ну, тем более, так. Ой! Так, из меня жареное мясо делать не надо. Первый уровень уже на подходе. Я так понимаю, кому-то одному из нас все равно его надо получить. И там уже второй, неважно, получит ли уровень или нет. Главное, чтобы все-таки один был ведущий впереди всех. Опыта у меня, в принципе, уже предостаточно. Юни, я получил первый уровень. Бедного хрена завалил. Да забирай, забирай, не переживай. У меня тоже первый уровень. Погнали за первым динамитом. Так, Райм, дорогой ты мой соседушка, точнее торговец. Чуть натянула шапка. У меня такая была все это время, Градус, ты какой-то странный. Короче, ребят, ну что, как вам динамит? Протестировали его? Да. Короче, дерево выросло вообще из ниоткуда. Довольно забавный динамит получился. И мы еще получили по одному уровню. О, замечательно. Теперь вы достойны получить еще один TNT первого уровня. Поздравляю. Смотри, Рэй, мы вдвоем стали первого уровня. Можно нам 2 динамита таких? Говорю, мы вдвоем стали первого уровня. Можно еще такой динамит? Держите, но будьте осторожнее, потому что это TNT категории Б, поэтому будьте с ним поосторожнее. Все, мы пошли. Да, сейчас деревню твою взорвем. Так. Попробуй. Тут телепортейшн TNT. Как ты думаешь, что он делает? Возможно, он телепортирует того, кто поставил. А возможно, свинью. Может, рядом со свиньей поставил. Давай, попробуем. Так, ты ставь огнево. Я просто хочу в итоге посмотреть, что за взрыв в конце получится. Хотя у Райма вроде под запретом самые сильные TNT-шки, которые взрывают, по сути, целые чанки. Десятки или сотни даже их. Так, и смотрим. 1, 2, 3. Бабах! Что? О! Чё? Круто!
Юни... Бьем! Давай, как раз опыт нам нужен, чтобы получить следующий уровень и получить ТНТ-шку. Кстати, это очень удобная хрень, потому что ее можно применять в создании своих ферм. Удобная штука? Я не знаю, на какое расстояние, но все, что я тут, в принципе, вижу, животных там на расстоянии, все пришли сюда, ну как пришли, телепортировались благодаря ТНТ. Да. У меня уже есть второй уровень, но долго мы не протянем на одних вот таких вот животных. Все равно придется прокачиваться круче. Мы уже выполнили задание, он говорил про какие-то задания. О, да-да-да, и за задание, наверное, можно получить опыт. Точно, возвращаемся к нему. Может, ему как раз нужна будет свинина. Так, Райм, где... Фух. Градус, как меня зовут? Срочно ответь, как меня зовут? Тебя зовут Новая Шляпа! Нет, неправильно! Тебя зовут Пирожок с ничем! Это Мозгошмыги, бежим отсюда, Мозгошмыги! Эксперименты с тентишками, да. Это хорошо не давать. Так, ой. У меня есть энергетический меч, который убьет ваших Мозгошмыгов. Не переживай, Юни, я от тебя скоро избавлю от мучений. Ты шизанулся, может успокоишься? Все-таки ты знаешь, как меня зовут. Фух, я уже испугался. Ребят, давайте наберем 15 тысяч лайков, и мы устроим Райму прочистку мозгов динамитом. А кто такой Райм? Это же Леня. Леня. Я так и знал. Возможно, ее захватили Мозгошмыги Градус. Это очень опасные существа. Какой Градус? Это Илья. Мозгошмыги. Какой-никакой опыт, я надеюсь, по крайней мере, на это. Да, все так и есть, откуда ты узнал? Тебя вселились нарглы? Что? Нарглы? Что за хрень он говорит? Короче, Райан, смотри, мы заслуживаем уже динамит второго уровня, все верно? Второй же нужен. А еще в этом лесу обитают феи, которые питаются человеческой плотью. Юни, дай мне, пожалуйста, огню. Нам, походу, придется без него разбираться. Сейчас. Ладно, ладно, ребята, я помогу вам. Мне все равно. А, нет. Уа, быстрее, руби! Что я сделал? Что я сделал? Все рамки здесь! Нет! Моя прелесть! Вернее, что-то украл! У меня динамит бесконечности самый крутой! Нет, правила торговца! Ты же знаешь его, если ты его применишь, тогда мир разрушится. Потому что ты получил все незаконным путем, Градус. Блин, я ведь правда знаю правила торговцев, и мне придется все отдать. Вот 12 рамок и весь твой динамит. Расставь все по полочкам, как и было, не переживай. Я извиняюсь, что я это сделал. А можно динамит второго уровня? Ладно, я вас понял. Держи ТНТ второго уровня. Держи, она немного... А почему у нее другая? Не ладно, важно. Мы побежали экспериментировать, мы довольны. Так, значит... А задание взять? Не, задание мы возьмем потом, когда нам опыт нужен будет. Подожди, тут написано Ocean TNT. Неужели здесь появится целый океан? Тогда лучше реально отойти подальше от деревни, я не хочу, чтобы там все затопило. А то вдруг динамит промокнет и не будет работать. Так, Юни, мы нашли здесь секретную лесную деревню. Как насчет ее взорвать? Давай. Пошла, не понял, что сбросила. Давай, беги. Так, уходим, беги, пока нас не затопило. Давай. У меня немножко подвисло, да. Кажется, Что? Курицы! Райм, тебя не затопило! Что? Тебя не затопило! Из-за того, что взорвали мою курочку, погибли, я не знаю, ё-моё! Юни, смотри, что мы натворили! Офигеть! Все жители оказались под водой, и кто не может выбраться, задохнется и помрет! У меня есть еще! Земля металлом. Давай мне сюда, я хочу попробовать, что будет с этой тентишкой. Так, пошла, не получилось. Уходим! Так, я не хочу, чтобы мы с тобой это пострадали. Но это, кстати, послабее по сравнению с той, которая затопила. Но она выше! Аквадискотека. Ладно, побежали к Рейму за заданием. Чё ты там делаешь, вор, ворюга? Чё ты на меня быкуешь? Ты чё у него прилавка? Подожди, Градус, нам нужно отойти. Мне кажется, я все поняла. Давай. Что? Каждая шапка, это одна из его личностей. То есть у Райма может быть бесконечное количество личностей, столько, нет, сколько шапок? Нет, цветов в Майнкрафте ограниченное количество, около 23. Я птичья личность, как из Рика и Морти. Ты умеешь летать? Да. Пока! Побежали, Юни, в лавку. Побежали. Так, Юни, забегаем. Давай, сейчас оборуем его, он уже тут. Привет, ребята, а чего так долго? Может, это все разные Раймы? Да, так и есть. Ну, то есть, ты понимаешь, не в одном теле. Какие разные? Так, вот синтеклонирование я вам точно не продам. Или вы не об этом? Мы не об этом. Короче, Райм, мы пришли за заданием, потому что у нас всего второй уровень, мы хотим следующий динамит. Что мы можем выполнить, чтобы получить еще один уровень? Слушай, нам в деревне не хватает леса. Так, чувак, он же повсюду. Там деревья болотные, там лес обычный. Не, ну надо поближе, надо чуть ближе. Ленивые жопы, ясно, не хотят. Ближе! Дистанцию держи 2 метра, карантин. Капчи! Не король.
зеленое бро. Броу, интересное слово заморское. Так в общем, мне нужен лес. Ну так давайте, что нам для этого нужно сделать? Как понять, что делать? Градус, вот держите ИНТИ, который создает лес и сделает. Ну так сложно, ленивая ты жопа. Ладно, ладно, давай прям здесь сейчас и взорвем. Деревня посреди леса. Давай, давай. Ой, ты уже сделал это. Отходим, отходим, отходим. Чуть больше деревьев. Ой. О, прикольно. Прям в домах деревья появились. Райм, надеюсь, не забило там деревьями. Все, Райм, мы выполнили задание. Смотри, везде деревья. Тебе, надеюсь, будет удобно их добывать. Мама, спаси меня, скажи. Ты что, дурной? Инсульт. Без комментариев. Гони опыт, мама. Опыт? Какой еще опыт? Так, а что это за смешные квадраты? Интересно. Ты продавец динамита, и сейчас ты должен нам выдать уровни достаточно до того, чтобы получить 3-го уровня ТНТшку. Я продавец? Я помню, что я работал в пятерочке. Меня повысили? Ну типа, где наш опыт? У меня нет никакого опыта, я могу вам дать какие-то стрёмные зелья. Держите. О, они то, что нужно. Сойдет. Я даже 4-го уже стал. То есть я смогу уже 2 динамита получить? Не-не-не-не-не, Градус, это так не работает. У нас все последовательно. Сначала вы должны взорвать вот эти, а потом уже будете взрывать те, которые повыше уровня. Ну тогда давай нам 3-го уровня динамит, и мы готовы разрушать. Держи. Это какой-то бункер-бустер, который тот самый стример. Который бункер-бустер-стример? Какой еще стример? Бункер-бустер Brawl Stars 2004 Pro. Блин, тут везде деревья, офигеть. Ну зато красиво. Так, Юню, как насчет взорвать здесь? Бункер-бустер, что ты можешь представить себе, когда слышишь эти слова? Наверное, что-то подземное. Да, сделается подземный бункер. Ай-яй-яй! Зачем ты взорвала, Юни? А! Я жив, я застрял в блоках, у меня все лагает и дергается. Взорвалась сюда бедрака. Ну и что ты натворила, Юни? Ай! Бункер-бустер. Я умер. Ну, Юни, больше не взрывай так быстро динамит, это же очень опасно. Дай-ка мне его сюда. Давай. Тебе повезло, что в этот раз тебя не задело. Вау, ну, конечно, прокапывает очень быстро. А руда там вообще появляется или оно все взрывается? Давай проверим. Так, 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 потише, потише, давай, я сейчас к тебе спрыгну. Опа, вертушка, бах, прыгаем вниз, и ты жива? Да, чего, никакой руды не валяется. Ну, просто, наверное, можно походить тут, посмотреть. Довольно крутая тентишка. Я бы уже сказал, что это тентишка не Б-ранга, а целого А-ранга. Ну, или около того. Копать ей и добывать ресурсы довольно удобно. Ну, по крайней мере, находить. Ну, опасно. Так, возвращаемся тогда к этому пирожечному Райму, чтобы он нам дал следующий тенти. Я хочу сегодня взорвать мир. Так, Юни, мы почти прибежали. И что это за радужная пшеница? Я не знаю. Я прелестная Раймиха-тракториха. Это как фикс это, только Раймиха. Да, Раймиха-тракториха, вы пришли в мое королевство, что вам надо? Эти радужные пыльцы, она очень вкусная. Райм, можно мы просто возьмем динамит и уйдем? Смотри, хочешь попробовать бабабуй? Я хочу. Какой бабабуй, вы чё, чокнутые? Так, ладно, что вы хотите от меня? ТНТ 4-го уровня, сколько раз повторять? Не ори на меня! Ну ладно. Какого ты уровня, путник? 4-го. А я радужная трава подействовала. Иди в жопу, Раймиха-тракториха. Гони динамит. Ты оскорбляешь. Да дай мне просто динамит, я хочу взорвать этот мир. Тебе? Нет. Ты же понимаешь, что я тут самая красивая, самая хорошая, ты же понимаешь? Да, да, да. Самая красивая, хорошая силиконовая Зина, а ты так, пародия. Ладно, забирай и проваливай. Ты мне не конкурентка, пошла. Юни, пойдем отсюда быстрее, Рэй, вообще. В нем активировалась 69-я личность, самая опасная среди всех. Давай, взрывай, взрывай, взрывай. Отбегай, 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 отбегай. А то хрен знает, чем оно закончится. Отбегай, отбегай, ты залагала, да, я у тебя. Да, я думаю, это то же самое, только славой. Вау. Ой, мы подожгли лес. Ё-моё, Юни, что мы натворили? Подожгли лес. Ну это я понял, но походу сейчас все просто здесь горит. Так, давай быстрее побежим, Рэй, мы выполним все задания, пока не просто не сгорело все. У нас есть ограниченное время, если мы не успеем, то все сгорит. Взорвется без нашего ведома. А, Майнкрафт челленджи, поехали. Поехали, спидраним, ту-ту-ру-ту. Юни, да, почему вся трава стала желтой, как да, будто губка да, боб. Я тоже заметил. Райм, нужен 5-й уровень, что можно для 5-го уровня? А у тебя хлеб не оранжевый, какой ты утка, Джек. Хлебуш, 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 хлебуш. Ладно, похоже, похоже. Хлеба бы поесть, хлеба надо поесть. Хлеб, 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 хлеб. Райм, мы пришли к тебе за... Типа. А можно мне слово сказать, дамы и господа? Да-да-да-да, конечно. Такой голодный, холодный, поешь хлеба, мухи-мухи. Шутка, Джек, что мы можем сделать, чтобы получить задание? Тебе надо. У нас есть свинина. О, сало, сало, дай мне сало, 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 утка, Джек. Да-да-да,
Салт люблю. Почему в нем открылась 15-я личность прямо сейчас? Градус. Я очень люблю сыр. Мне нужна сырная деревня. Поэтому держи сырный динамит, утка Джек. То есть нам нужно превратить какую-то деревню в сыр? Да, эту. Не-не-не, эту не надо, а то у него все просто динамит превратится в сыр. И что будет потом? Потом будут крысы. О, наконец-то я нашел какую-то деревню. Только где Юни потерялась? Я, видимо, сильно увлекся поисками деревни, что совсем про нее забыл. О, летающий подсолнух. Ну ладно, я просто взорву и скажу Райму, что все готово. И будет ему сырная деревня. Так, ё-моё, ой, какие текстурки. А я-то думаю, откуда такие сырные деревни в мире появляются. Неплохо, неплохо. Как любитель сыра сам бы тут все съел. Ну ладно, возвращаемся к Райму и говорим, что есть теперь деревня, в которой можно хавать сыр. Точнее, она вообще состоит из сыра, и все можно съесть. Так, все, возвращаемся. Что, Юни, почему... Ой... Почему ты торговец? А где Райм? Я и есть Райм. Что со мной не так, Градус? Стоп, что? В смысле? Что тебе не нравится? Райм, да не, все нормально. Я выполнил задание, теперь есть сырная деревня по таким-то координатам. Я тебе потом напишу. Давай мне 5-й уровень, я хочу взорвать динамит следующего левела. Держи немного опыта. Так я до сих пор не 5-го, давай еще. Давай, кидаю в тебя это. Все, я 5-го, я 5-го, отлично. Ну что, давай, теперь вот, вот тот динамит, который А-класса. Ну вот, А-класса? Ну давай, я тебе его выдам сейчас. Опа. Я вот тоже задаюсь этим вопросом и хочу ее найти. Кстати, последнее время я такой воздушный, легкий и так люблю кроликов, капец. Ладно, я пойду. Стоять, Юни! Как ты здесь оказался? Что? А я тебя потеряла, кстати, за тобой не успела дойти. Ты что-то странный какой-то сегодня. Ну, я тебе дал вот этот TNT, кстати, тут значок фиксплей, если ты не знаешь. Вау, ты уже получил, круто. Ну, типа, я не хочу знать, что здесь происходит в этой деревне. Райм всегда был странным. Это, значит, динамит Зевса. Ой, Юни, готовься. Сейчас будет небольшой электрический бабах. Ты готова? Зачем? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, деревья подожгли. Да ладно, пофиг, нам не привыкать. Мне больше интересно, зачем вообще такой динамит придумывается? Он же, по сути, бесполезен. Хотя, если только таким динамитом не подрывать другие динамитины. Может, ты мне поможешь? Да не, забей, в принципе, на деревню. Давай лучше к Райму за следующим заданием. Я хочу взорвать уже самый последний динамит. А то, что ты тут плитку кладешь? Градус! А вот и я, Райм номер 47. Просто дай мне динамит или задание. Я не хочу дальше ничего не спрашивать, интересоваться. Держи динамит 6 уровня. А еще держи алмазный динамит, с помощью него ты сможешь получить быстренько опыт и забрать все остальные динамиты, вот. Отлично, Райм Тася, Юни, Градус, я вот на это смотрю, мне кажется, чей-то голос, ну его голос похож на мой. И это не так. Проехали, так, ладно, мне больше, в принципе, ничего не хочется, я просто хочу получить твою алмазную богатую жизнь. Так, что же из этого получится, что из этого получится? Бонусный динамит и, ну и что дальше? И где мой бонус? Юни, ты видишь бонус? Да. О! Что? Алмазы! Ай! Я застрял в алмазе! Ребята! Я все взорвал, Юни! Сколько здесь алмазов! Градус, я тебя ненавижу! Почему же? Что ты наделал? Я просто выживал в своей деревне! Что вы тут натворили? Алмазы! Какие, блин, еще алмазы? Не знаю! Я богатый! Целый алмазный чанг! Биом! Я не знаю, что! Как вы это сделали? Неважно! Ты дал нам алмазный блок? Что? Юни, не обращай внимания, ты же знаешь, какой Райм странный. Как же в обмен на эти все алмазы можно получить опыт? Какой еще опыт? Ты сумасшедший? Опыта больше нет, поскольку ты разрушил мою деревню. Я купил у торговца кучу базариков, так что иди сюда, Градус. Я тебя найти не могу. Давай, делай нас богаче. Все, 10 уровень получен, да, в принципе, 9 хватило. Мы можем забрать у Райма последний динамит и посмотреть, что из этого получится. Райм, мы получили достаточно уровня, чтобы забрать весь последний динамит, при том, что мы еще атомный лавовый динамит не взорвали. Градус, я не понимаю, что здесь я готов тебе продать еще динамита. Так продавай, я не против. Давай, какой у тебя уровень, скажи. 13. Плохое число, хочу 14. Так, я сейчас тебя взорву. Держи, Градус, держи. Все, у меня 15, 16, да не надо, давай. А 16, тогда могу выдать тебе сразу все 3, держи. Давай. Раз, два и последний Black Cold TNT. Юни, пойдем тестировать эти динамиты. Погнали. И прыжок. Сейчас прыгаем аккуратно в лаву и
Я умер. Зато я заспавнился где-то непонятно где, где можно тестировать динамит. Юни, беги ко мне! Так, смотрим последние 4 динамита. И смотри, придется убегать, кричать, бояться, потому что это динамит С-класса! Заставляет мир лагать и очень долго прогружаться, поэтому просто беги как можно дальше. Почему все на месте? Почему? Поняла, почему. Потому что долго прогружал. Это лавовая бомба, она круче, чем озеро из лавы. Мне все лагает, я до сих пор горю. Это очень масштабный взрыв, и целые стены построил. Напоминает чем-то мир 2B2T. Пу-пу-пу-ти-пу-пи. Теперь следующий сразу динамит. Опа, погнали, фейерверк. Юни, убегай, сразу говорю, снова будет лагать. Что зависло? О, пошел фейерверк. И что самое тупое, это будет длиться где-то полчаса, как же лагает. Ну или не полчаса, чуть быстрее. Так, Юни, осталось 2 динамита. Биом бустер, скорее всего, он просто уничтожит целый биом. И Black Hole TNT, черная Давай дыра. Давай Black Hole. То есть мы не взрываем биом бустер? Потом. Ну ладно, ты готова? Да. Только скажу сразу, нам нужно прописать себе защиту, невосприимчивость к урону, потому что нас просто сотрет в порошок моментально. Попробуй убежать! Беги, быстрее беги! И самое главное, что мы никак не можем убежать от этого динамита. Потому что он присасывает все. И чем дольше он существует, тем больше он впитывает животных и блоков. А что самое тупое, если ты кинешь эндермен, он присосется обратно, и ты никуда не телепортируешься. Так и живем. Вот смотри, я пытаюсь снежок кинуть, а он не кидается. Реально. Зато вот мы даже друг от друга отойти не можем. Как бы ни пытались. Но я вот пытаюсь, но как-то не очень получается. Ты понимаешь, о чем я? Понимаю. Как же сдалека красиво смотрится тот динамит, который взорвался и превратился в лавовые стены. Все, падаем! И я сразу применяю, чтобы не расслаблялись, взрывной динамит следующего уровня, бежи. Вот сейчас точно бежим, пока можем. Чтобы спастись. Бежим. Ты залагала, я вижу, ты залагала. Это ты залагал. А чё? Чё за взрыв? Оно все подожгло. Ну, минус все, походу. Но мы-то все знаем, для чего мы здесь собрались. Держи самый мощный динамит. Стоп, что? Ставь. Что ты мне за динамит такой дала? Что она сделает? Самый мощный на свете. Радужный. Ой, не то. Вот это. Ну, ладно. Поехали.